27 марта во Дворце детского и юношеского творчества города Донецка состоялся заключительный концерт фестиваля «Музыка детства». Несмотря на все препятствия, трудности и военные действия, фестиваль настойчиво продолжает свою деятельность и в этом году уже 23 раз подряд подводит итоги творческих успехов наших юных дарований. В зале у нас сегодня 150 победителей, то есть фестиваль очень масштабный, он же у нас проводится, начиная с каждой школы, потом школы соревнуются между собой в районе, и уже в городе у нас во дворце проходят финальные туры, смотры, конкурсы уже финальные. То есть фестиваль проходит на протяжении всего учебного года. В этом году в рамках фестиваля были проведены 4 конкурса, которые в полной мере раскрыли детские таланты в таких основных направлениях, как изобразительное искусство, современная хореография и эстрадная песня. Итогового месяца в финальных смотрах конкурсах фестиваля приняли участие около 1400 детей, которые одержали победу в районных отборочных турах. Цифра не шуточная, а соответственная и конкуренция. Однако в том, что победу одержали лучшие из лучших, сомневаться не приходится, ведь в жюри работали ведущие специалисты образования и культуры республики. Анна Триксель, Елена Чистякова, Новороссия ТВ.